Ты где? В коридоре. Не ходи босиком. Хаш. Касумова Зейвур. Позвони Касумову. Мне нужен Касумов. What is hush? Это квартира Касумова? No, Касумов. Я одна. А где Касумов? Да. Братуха, я ничего не просил мне передать. Не туда попали. Алло, это 97-77-77? 77... No, it's 98-8. После хаша идут спать. Потом на работу. What is спать? Бай-бай. I want hash. Нельзя. У нас женщины на хаш не ходят. But I want. Хочу. Не. Да. Мне не звонили. Кто такой? Мардухай. Слушай, Мардухай, почему тебе должен звонить ко мне? Телефона нет. А у меня дверей нету. Когда сосед выходит на лестницу и видит... Мистер Касумов. Ахмедов. Касумова зенгель. Ахмедов, дозвонился до Касумова? Нет. Как дома? Хорошо, спят. А у вас? У нас тоже спят. Весь город спит. Вся республика спит. Здравствуйте. Yoldaş Abbas'ın, papağınız ne şapka? Abbas, какого размера у вас шапка? 61. Какая у вас большая голова? А у тебя? 54. 54? Да ты можешь считать, что у тебя вообще головы нет. Таналы бир шаирда эле гөзел дийим. Шеирияти дуймайып гөзелләрин назында мен хиҗраны чалмышам, элин висал сазында. Ичек, элин висал сазының... Уха! Уха! Уха? Ха! Уха, товарищ! А уха! Да, уха. А? Ну что? Уха, как ну что? Говорит по-армянски. Где уха? Где, где ноги? Вот уха, вот ноги. Пусть товарищ, уха. Профессор, ведите себя прилично. Вы же ученый. Вашим именем пароход назвали. Но ведь уха же не кушают. У вас что? Ноги. В каждый хашный комплект входит ушная область. И не я его туда кладу. Но ведь... У нас ухо не кушают наши предки. Именем живого человека тоже никогда пароходы не называли. За ваш пароход, профессор. Ой, сол, кошанч.
Long, long ago there lived the rich and the poor. Салам, рич сабас. Доброе утро. Приятного аппетита. Говорит по-английски. Давным-давно, когда были богатые и бедные, где Ахмедов? Мистер Аббасов. Аббасов. Джулия? Лон. Ахмедов. Ахмедов? Да, Ахмедов. У нас женщины не ходят. Нахаш. У нас тоже. Яхши дейбляр ки тез эвлененнен тез юхудан дуран удузмаз. Узды биз бираз кеч эвленмиши, ама хэммиши юхудан тез мэнтушу. Она фикир вермейн дэм. Как вам у нас? How do you like it? Нравится? Here. Oh, it's very good. It's really good. Очень хорошо. Очень хорошо, очень приятно. Очень приятно. А как там у вас сейчас дела? And how it is at your country? And at our place, it's just good. Ой, 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 ой. Йох, дир у них просто хорошо. Да? Очень хорошо. Председатель колхоза «Новый путь» Исмайлов. Джулия. Head of the collective farm. Главный бухгалтер колхоза Мухтар. Исмайлов. Джулия. Ветеринарный врач Манав. Glad to meet you. Худиев, старший инспектор ВХСС. Financial инспектор Худиев. Financial? О! What's this? It is hash. Повысить надои молока на 200% безусловно в наших руках. Ахмедов. Я здесь. Come here. Сейчас. Друзья мои, повышайте надои молока настолько, насколько позволит совесть. Listen, everybody. I want to tell you that I like being here with you. Though we have just been acquainted. Julia, smile with your eyes. And I smile this way. Julia, please, be a little bit more polite. And all that, thank you very much, sir. Yes, sir, no, sir, stuff. But I love real life, real people, real emotions, not them. None of them understands me. Where is Ахмедов? Yes, this. Ахмедов, I want music. Сейчас. Соль. Salt. Так. Берется хлеб. Берется хлеб. А, take the bread. Так. Так.
это? Эту. Dance. Me? Dance? Mm-hmm. Давайте выпьем. Знаете за что? За мой пароход. Да. Товарищ Аббас, Ахмедов и Касумов убивают друг друга из англичанки. Единственное, что я не видел в жизни, это женщина в хаше. Вот как вам это нравится? Мне все нравится. Мне даже нравится то, что мне не нравится. Знаете, о чем я сейчас неожиданно подумал? Спросите, о чем? О чем? Ведь никогда именем живого человека пароход не называли. Ведь так? Так. Из этого что следует? Из этого следует, что вы исключение из всех живых. Подай вперед, потом влево. Влево нельзя, там яма. Казым, шефа привезли. Профессор, есть для вас новость. У нас в тюрьме ходят разговоры, что ученый Совет Академии решил переименовать ваш пароход.
Пароход, носящий ваше имя, теперь будет называться Иван Сусанин. Что тут происходит? Джулия из Англии приехала. Сейчас вы берите отсюда эту машину. Не могу. Мотор заглох. Джулия! Я здесь! Я здесь! Касимо! Касимо! Мистер Касимо! Офицер! Офицер, please come and help me! You see? He was here. Стало быть, если нет моего парохода, значит, я еще живой. Так? He wants так. Me and I want him. Он был здесь, и мне было хорошо. А теперь он там, а я здесь. Я хочу к нему, а он хочет ко мне. А что? Джулия, я все здесь. Переворот. Немедленно освободите вход и выход. Если не справитесь одни, призовите на помощь сознательную часть иностранного народа. Вы действительно не понимаете, что там иностранка и что у нас самолет через час? Джулия! 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 Сейчас! Сейчас, Джулия! Джулия! Я уже здесь! Джулия! I'm sorry. Oh, I'm very sorry. Sorry for being late. Satisfied, I hope. Julia! I'm sorry. Sorry for being late. I'm sorry. Julia! 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 Say Chuck! Please, say so! Julia! Julia! Come here! Только на работу не опаздывайте.